Всем добрый день, дорогие друзья! Сегодня я занимаюсь черенкованием спиреи. Спиреи Little Princess. Вот, черенки у меня уже нарезаны. Сейчас самое время черенковать. Вот посмотрите, какие должны быть черенки. Они не сильно травянистые, они такие уже плотненькие. Вот сейчас вот видите, нарезано снизу косой срез. Здесь листики обрезаны напополам. Вот такой вот череночек, много черенков. Вот это вот все нужно сейчас зачеренковать. Здесь обыкновенная вода. Отсюда я брала черенки, но тут уже ничего не осталось. Все, черенки порезаны. Вот. Черенки можно брать 10-15 сантиметров. Можно брать покороче. Вот тут вот можно и два черенка. Ну, в принципе, у меня материала много. И я, ну, как бы не экономлю на материале. Здесь у меня корневин. Вот. И вот так вот. Все. Прижали. И все. И также делаем с остальными черенками. Вот можно вот такие черенки. Также. О, вот так и так далее. То есть мы черенки, обратите внимание, не касаются друг друга. То есть вентиляция, это тоже очень важно, не касаются друг друга. Вот. Далее я поставлю свои черенки вот в такой вот череночник. У меня есть вот такой короб, он с поликарбоната. На дно я, как говорится, кладу песок. И вот сюда я буду устанавливать кассеты. Вот здесь будут кассеты, и здесь будет туман. Ну вот, процесс черенкования, в принципе, не хитрый. Не упустите время, кто хочет размножить. Конечно, у меня масштабы побольше. Ну вот, кто хочет размножить для себя, вот чисто для себя размножить растение, можно, конечно, методом прикапывания, да, то есть мы, вот веточка у нас растет на кустике, и мы ее просто пришпиливаем к земле, и она благополучно приживается. То есть такой способ тоже есть. А кто хочет размножить побольше себе, ну, сделать прям бордюр из этой спиреи там, или из любого другого растения, там много ему нужно, можно сделать, взять контейнер, насыпать вермикулит, перлит и также укоренять. Ну, то есть способов очень много. Ну, а я продолжаю черенковать. Вот. И покажу вам, что получилось. Вот, я почеренковала. Вот, смотрите, вот такой вот у меня пар. Там ничего не видно. Здесь у нас парилка. Вот в череночнике. Я вот так закрываю сеткой, чтобы была тень в череночнике. И вот он у меня, череночник. Сейчас покажу, попробую добраться до растюшек, как они себя чувствуют. И включусь. Так, ну вот, смотрите. Вот здесь так растения у меня стоят. Здесь стоит увлажнитель воздуха, чтобы мои растения не вяли, еще и в тенечке. Все прекрасное самое время для укоренения. Вот так вот я закрываю. Вот. И опять убираю все, закрываю все сеткой. Вот. Ну, черенкуйте, и будет вам счастье. Ладно, всего доброго, до следующих встреч.